Мы будем говорить, мы говорили о обязанностях ученика. The duty of all devotees is to be a good disciple. Обязанностью любого преданного является обязанность быть хорошим учеником. And spiritual masters also, as a spiritual master, we also endeavor to be a good disciple. И это также касается и духовных учителей. Как духовные учителя мы стараемся быть хорошими учениками. By doing our duty properly, then we can save ourselves from a lot of problems. И выполняя свои обязанности правильным образом, мы обережем себя от множества проблем. You can read this. Oh,
мы должны следить за тем, чтобы всегда быть здоровыми и сохранять стойкость ума и разума. Тогда нам не трудно будет увидеть, какой путь ведет к истинной цели жизни, а какой к жизни полный невзгод. Поступая таким образом, разумный человек... Так мы поговорим о структуре ИСККОН. At the top of ISKCON we have the JBC. На самом верху ИСККОНа у нас JBC. The JBC represents Шрила Прабхупада. Которая представляет Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупада is the founder of Acharya. He's the ultimate managing authority in ISKCON. Шрила является основателем Ачарьи, высшим руководителем ИСККОН. In the absence of Шрила Прабхупада, the managing authority, the authority to manage ISKCON has been given to the GBC body. В отсутствие Шрилы Прабхупады ответственность управления ИСККОНом возложена на GBC. The GBC body in the beginning were first picked by Шрила Прабхупада. Прежде всего, самим Шрилой Прабхупадой первый состав GBC был утвержден. And over the years there have been changes, some have resigned, some have gone, and new people have come forward. И с течением лет некоторые люди заменились тем, кто-то ушел, кто-то пришел новый. But one of the things Prabhupada instituted before he left this world was that the society, the ultimate managing authority within the ISKCON movement was the GBC body. Но вот то, что сделал Шрила Прабхупада перед уходом, он установил как высший руководящий орган ИСККОНа GBC. This year, the GBC issued two papers, very important papers, concerning authority and managerial duties within ISKCON, one paper, and one paper was concerning the position of the spiritual master. В этом году GBC выпустила два очень важных документа, одним из которых является документ о авторитетах и менеджерах ISKCON, а вторым документ об обязанностях духовного учителя, положении духовного учителя. Has everyone seen these papers? Кто-нибудь видел эти бумаги? You haven't seen them. Не видели. None of you. Anybody see them? Кто-нибудь видел? Поднимите руку. Okay, then we have to print them up. We'll print them. I have it already translated into Russian. We'll have it printed up for everyone and distribute it tomorrow. Хорошо, тогда у меня уже есть на русском переведенные они. Я завтра распечатаю и вам раздам. I know Brajendra Kumar Prabhu in Vladivostok, he had translated it, and they had, I think it had been distributed there in Vladivostok. Думаю, Брajendra Kumar в Владивостоке уже распространил их, потому что он их перевел, эти документы. It's certainly been circulated for distribution all over the world. Они циркулируют, вот распространяются по всему миру. And so if you have an email address, I can send you the soft copy, otherwise we'll be giving the hard copy, a hard printed copy tomorrow. Если дадите мне e-mail, я вам пошлю вот электронный вариант. Если нет, то я вам дам распечатанный. But these two documents describe very important details about the position of the spiritual master. Но эти два документа раскроют очень важные моменты, касающиеся положения духовного учителя. And it also deals with resolving different issues within ISKCON. И также объясняют, как разрешать различные дела в ИСККОН. Because from time to time there are often conflicts within our society. Поскольку время от времени в нашем обществе возникают разные конфликты. Has anybody here ever been involved in a conflict? Кто-нибудь здесь был когда-нибудь вовлечен в конфликт? Don't be shy.
Не стесняйтесь. Anybody not been involved in a conflict? А кто-нибудь не был никогда не вовлечен в конфликт? Есть такие, которые низкие. Okay. So. Okay, so the GBC represents ISKCON. The GBC is one authority. Who is the GBC for this center? Итак, GBC это авторитет. ISKCON. Кто GBC вот для этого центра? Бхактибай Бхагасвами. Yeah. Anybody else? Кто-нибудь еще? Not now. No way. Бхактибай Бхагасвами represents this part of Russia. Итак, Бхактибай Махарадж представляет эту часть России. Previously he was called GBC with Prabhu Vishnu, but not Prabhu Vishnu Maharaj has resigned from that. He's not representing the GBC. Раньше он делил этот пост с Прабхавишну Махараджем, сейчас он уже не ушел с этого поста и не представляет GBC. But he did it for many, many years. Но он выполнил это служение много-много лет. Okay, so below the GBC body, on either side, there is spiritual master, a body or a committee of spiritual masters and a committee of sannyasis. GBC подчиняются два таких комитета, Министерство Саньясы и Министерство Гуру. Yeah, Guru, spiritual masters. Духовных учителей. And so gurus are also something of an authority figure. Гуру это также фигура авторитетная. And sannyasis are also given some authority. И также саньяси несут определенный авторитет. You're all familiar. Everybody here knows what is a sannyasi, right? Все же знают здесь, что такое саньяса. Four divisions and sannyasi means a renounced order. Четыре уклада жизни духовных и саньяса это четвертый уклад. Now some sannyasis don't take disciples. They may not initiate. Некоторые саньяси не принимают учеников, не дают посвящения. Just like Бхагасвами, I heard he was just here. He doesn't usually initiate. Вот Бхану Махарадж, я слышал, недавно был здесь. Он обычно не инициирует никого. If somebody wants initiation, he will send them to Jayapataka Swami. Если кто-то хочет получить посвящение, он его посылает в Jayapataka Swami. Takes a lot of problems. Это много проблем. So, but Bhanu Swami does the work of Shiksha Guru, and he has many people who take instruction from him. Но Бхану Махарадж несет служение Шикша Гуру, и у него множество людей, которые получают от него наставления. Yeah, if you see him on his birthday, he gets a lot of mail from all the people he gives instruction to. Look at him as their Shiksha Guru. Например, на его день рождения. У него на электронной почте огромное количество поздравлений от людей, которые считают его своим шикшагуру. And there are other sannyasis also like that, who don't initiate, but who are involved very much in ISKCON society. Есть и другие саньяси, которые также не инициируют, но при этом очень сильно вовлечены в деятельность ISKCON. Бхану Свами is also a GBC. Бхану Свами также GBC. But he doesn't like to initiate. Но ему не хочется инициировать. He could, of course, initiate if he wanted to. Конечно, если бы он хотел, он бы мог инициировать. And then there are other people who are spiritual masters. They're not sannyasis. А есть и другие люди, которые являются духовными учителями, но не являются саньяси. Just like His Grace Chaitanya Chandracharan Prabhu. Например, вот его милость Чайтанья Чандрачаран Прабху. No, he's not a sannyasi. Он не саньяси. But he's a spiritual master. Но он духовный учитель. And there are many other people like that also. И есть и другие подобные ему. So, because he's doing the work of a spiritual master, he's also given a lot of respect. И поскольку он выполняет работу духовного учителя, служение ему оказывается большое почтение. And sannyasis also, we always see that sannyasis are respected. И также мы видим, как постоянно уважают саньяси, оказывают почтение саньяси. So sometimes there's a, you know,
different opinions about who's the authority. Итак, существуют иногда разные мнения, кто же такой авторитет. Because after the GBC, then you've got regional secretaries. След за GBC высшим руководством является региональный секретарь. Just like Russia is a very big country, and to have Bhaktivai Bhavaswami has a lot of places to go, not only in Russia. Например, Россия огромная страна, и вот Бхактивай Махараджу нужно посещать множество мест, не только в России. So, to help organize and manage the affairs of the society, there are people in charge of different regions. Итак, чтобы помогать в организации, в управлении в каких-то регионах, есть еще один пост. Yeah, you have, for example, over in Vladivostok, we have Brajendra Kumar looking over that area, and I think in this area, who's Vedanta Kritis? And then you have Sri Vigraha has also got some areas, and there are different regional directors. То есть есть как бы региональные руководители, вот такие как, например, Раджендра Кумар в Приморье, здесь Веданта Крит, Шри Виграха в других областях. And every year, I think they have a meeting in Moscow. Is it all the different regional directors may go to Moscow, have a meeting? Not in Moscow. Not other places. Yeah. И каждый год они встречаются в России в определенных местах. And then below them, then you've got, you know, temple president. Maybe is there a temple president here? Who's the temple president? Nobody. A committee. Committee. Oh, okay. И вслед за региональным секретарем идет такая единица управляющая, как президент храма. So you can see we have different authority figures. Итак, множество мы видим фигур, авторитетных фигур. Who is the authority? Кто же такой авторитет? Is the temple president the authority? Президент храма авторитет? Or is it the regional director who's the authority? Или региональный секретарь авторитет? Or is it the GBC who's the authority? Или это GBC? Or the guru? Или гуру? Or the sannyasi? Или sannyasi? Who do we listen to? Кого же слушать-то? They don't always say the same thing. Иногда они не одинаково говорят. It would be very nice if every time everyone said the same thing. Было бы замечательно, если бы все постоянно одно и то же говорили. So we have many authorities. Так у нас много авторитетов. Who is going to listen to the guru? Кто будет слушать гуру своего? Really? Правда? You're going to get in trouble. У вас будут проблемы. If you only listen to the guru, that's not how it should be. Если только гуру будете слушать, то это не так хорошо, как должно быть. And which guru are you going to listen to? А какого гуру-то будете слушать? Guru is not one, guru is many. Guru же он не один, гуру много. They're one in message, but their external appearance will be different. В аспекте послания гуру один, но в аспекте внешнего проявления множество гуру есть. Sometimes we often see this in ISKCON, that we devotees, we are thinking, my guru, and we think of the one person who gave us initiation. Иногда в ИСКОН мы вот так можем думать, мой гуру, и при этом думаем о том гуру, который дал мне посвящение. But guru is not only just the one who gives initiation. Но ведь он не единственный, кто дает посвящение. We also get instruction from different people. Мы также получаем наставления от разных людей. When I gave the disciple course last year, I was explaining this very fine. В прошлом году вот на курсе об ученике я этот момент объяснял. It seems some of you did not learn this lesson. Похоже, что некоторые из вас этот урок не усвоили. The very first thing the Chaitanya Charitamrita begins, Bande Gurun, that I offer my obeisances to the spiritual masters, plural. То есть с самого начала Читание Чаритамрита объясняет нам Ванде Гурун, то есть гуру стоит во множественном числе. Я выражаю свое почтение множеству духовных учителей. We have more than 100 spiritual masters within ISKCON. В
Искон у нас, наверное, около сотни духовных учителей. And they are all under the authority of the GBC body. И все они подчиняются авторитету GBC. The GBC body is the ultimate managing authority, который является высшим управляющим органом. But the GBC body, you know, they meet one twice a year. They meet once in Mayapur in February, and they meet another time now in Bombay or some other place in India in October. Но GBC собираются всего пару раз в году. Один раз в Майпуре в феврале, и сейчас стали собираться второй раз в Бомбее в октябре. How и в других местах. How often can Bhakti Vaibhav Swami come here? Как часто Бхакти Вайбхава с вами сюда приезжает? Once a year. Yeah, раз в год. Because he has to travel many. He has a lot of responsibility. У него, поскольку множество обязанностей. But of course he's in communication with here. Конечно, он поддерживает связь здесь, с этим местом. But we want everyone to understand there's not only one authority. Но мы даже хотим, чтобы вы все поняли, что нет какого-то одного авторитета. If we look at ISKCON as a society, we see there are many things going on. Если посмотрим на ISKCON как на общество, мы увидим, что множество всего происходит. Now some people are preachers. Некоторые люди являются проповедниками. Just like myself, I don't manage anything really. Вот, например, я по сути-то ничем не руковожу, не управляю. I'm supposed to manage Thailand. Предполагается, что я Таиландом должен руководить. You know, but you know, we don't have a lot of things going on there. Но там мало чего происходит. But I spend a lot of time in China and come here every year. Но я много провожу времени в Китае, сюда вот приезжаю каждый год. And I don't come to manage. I'm not managing anything. Но я не приезжаю сюда руководить, я ничем не руковожу. I just come for the preaching. Я просто приезжаю проповедовать. Because Russian people are very nice to hear. They like to hear and they have a lot of questions. Поскольку русские люди очень любят слушать, у них много вопросов. It's a good preaching field. Хорошее поле для проповеди в России. So some people are involved in preaching, just like Bhanu Swami also is a preacher. Так некоторые люди вовлечены чисто в проповедь. Вот, например, тот же Бану с вами – это проповедник. And he's also doing his writing his books. И он также пишет книги. But he doesn't really manage much. Но особо ничем не руководит. But there are people who their focus is much more on management. Но есть люди, которые очень сильно концентрируются на менеджменте. And they do a bit of preaching. They can give a class now and again. Они могут, естественно, и попроповедовать, дать лекцию. But they're focused much more on managing and organizing the temples and arranging things. Но по большей части они вовлечены в управление храмами, в организации каких-то проектов. Now, who do we listen to? The preachers or the managers? Кого же вы будете слушать, проповедников или менеджеров? Sometimes the preachers will say one thing, you know, big festival, Prabhu, come on, come for the festival, come and join us. Например, проповедник скажет, Прабу, на большой фестиваль намечается, приезжай. And the managers are saying, just a minute, who's going to do the puja? А менеджер скажет, постой-ка, а кто пуджарить-то будет? Who's going to cook the offerings? А кто готовить будет подношение божествам? We've got the deities here. We just going to leave them? У нас же здесь божества. Ты что, хочешь их бросить? So someone's taking care of managing, and somebody else is thinking about preaching. Итак, кто-то заботится о менеджменте, кто-то проповедует о проповеди больше. What's more important? Что же более важно? If somebody's a preacher, they say, preaching, Prabhu, you got to preach. Кто-то проповедник скажет, проповедовать, Прабу, выходи и проповедовать. And somebody's a manager saying, no, we've got to manage. А менеджер вот так будет говорить. What's more important? Так что же более важно? Both are important. И то важно. Yeah. We need preaching, and we need also managing. Мы нуждаемся в проповеди, и также мы нуждаемся в управлении.
Prabhupada was very concerned that our centers are well managed, well maintained, looked after. Прабхупада был очень озабочен тем, чтобы наши центры были хорошо управляемы, руководимы и за ними присматривали хорошо. If there's no prasadam here, how many people will come? Если, допустим, здесь не будет просада, сколько народу будет приходить? Yeah. Managing is also a very important part of our society. Итак, руководство – это также очень важная часть нашего общества. So we have to see that both these things go on. Итак, мы должны смотреть за тем, чтобы обе эти вещи продолжались. See, we want all of you to understand that there has to be preaching, and at the same time there somebody has to also manage and look after the affairs of the center. Мы хотим, чтобы вы поняли вот эту вещь, что кто-то должен проповедовать и кто-то должен управлять, смотреть за развитием центров. This takes a little maturity. Это требует некоторой зрелости. It requires cooperation. И требует сотрудничества. And we're going to be speaking about cooperation for probably as long for the next 4 or 5 days while I'm here. И мы будем говорить о сотрудничестве, вот думаю, все то время, которое здесь останусь. It's a very important topic. Это очень важный предмет. Because without cooperation, things cannot go. Поскольку без сотрудничества вещи не будут продолжаться. So this is not an exact structure of ISKCON, but it's a rough representation. Это не в точности прям структура ISKCON, такая грубая как бы схема. And you can see how there's different authority figures. И мы видим вот фигуры различных авторитетов, где они располагаются. The GBC, the sannyasi, the guru, GBC, the temple sannyasi, president. Президенты храма. Who do we listen to? Кого же мы будем слушать? We have to listen to them all. Мы всех должны слушать. And we have to communicate and discuss. И должны общаться с ними и обсуждать все. There's a right way to do things, and there's a wrong way. Есть неверный способ что-то делать, есть правильный. If we don't do things the right way, then we get some conflicts, we create quarrels and disagreements. Ссоры, разногласия, споры возникают тогда, когда мы вещи делаем неправильным образом. This is the age of Kali, means the age of quarrel. Поскольку это век Кали, век раздоров. And if we allow Kali Yuga to come in, that is how it will influence us. И если мы позволим Кали Юге войти к нам внутрь общества, то это будет влиять на нас. The Krishna consciousness movement was created to keep Kali out. А в то время как это движение сознания Кришны было создано именно для того, чтобы выгнать отсюда Кали. Kali was not allowed to come. Кали не позволяется сюда заходить. Kali could only go wherever there was meat eating, intoxication, gambling and illicit sex. Кали может только туда приходить, где есть незаконный секс, интоксикация, мясоедение и азартные игры. We don't have any of these things. У нас здесь этих вещей нет. But then he got a concession. Okay, you can stay wherever there is hoarding of gold. Но ему также дана была еще одна поблажка, и ты можешь прибывать еще там, где есть неверное использование золота. Because wherever there is hoarding of gold, then people will start to quarrel. Поскольку везде, где есть золото, люди начинают ссориться. They will start to disagree with each other, and there will be so many problems. Начинают выражать несогласие друг с другом, и множество проблем возникает. So we ask all of you to understand that there's a proper way to handle a situation when there's some disagreements, when there's some difference in opinions. Итак, мы хотим, чтобы вы поняли, что есть правильный путь разрешения проблем, когда они возникают, когда возникают какие-то
противоречия и споры, разногласия. And what is actually required is communication between each other. То, что действительно требуется, так это взаимодействие, коммуникация друг с другом. The spiritual master may say something, may give some instruction to us. Духовный учитель может что-то сказать, какое-то наставление нам дать. Because the spiritual master, he's thinking about preaching. Поскольку духовный учитель думает о проповеди. But sometimes it may create a problem with the managing. Но иногда это может создать проблему с менеджментом. So we have to approach the managers and discuss it with them. И мы должны обратиться к менеджеру и обсудить это с ним. And sometimes we may have to change our plans. И в связи с этим иногда даже нам приходится поменять свои планы. Because our ISKCON centers are important. Поскольку наши исконовские центры очень важны, их нужно поддерживать. It's not that we want to disregard or to disobey the order of the spiritual master. Это не так, что мы хотим неуважительно относиться к наставлениям духовного учителя или не выполнять их. But what is required is communication between the different levels of authority. Но то, что действительно необходимо, так это коммуникация, взаимодействие между разными авторитетами. And then you can come to a practical solution to the situation. И тогда возникает практическое разрешение какой-то ситуации. Now we may wonder why Srila Prabhupada did not appoint just one person to be the ultimate managing authority. Мы можем спросить, почему же Шрила Прабхупада после себя не назначил одного какого-нибудь человека, который был бы наивысшим авторитетом во всех вопросах. Just think, wouldn't it be much easier if there was only one authority? Подумайте, не было бы ли гораздо все проще, если бы был только один авторитет? You know, one person is a guru, is a temple president, is a GBC, is everything. Представьте, он и гуру, и GBC, и президент храма. And then you have no problem, right? He's the authority. You have to do what he says. И у вас никаких проблем, он же авторитет, вы должны просто делать то, что он говорит. And that's how it is in some other societies. И так и происходит в некоторых других обществах. Some of the Mayavadi groups, they have, you know, the one person, the one guru, he's everything. У Mayavadi некоторых вот у них один человек, он там все и вся. Why didn't Prabhupada arrange like that? Почему же Шрила Прабхупада так не сделал? Why didn't we just have one authority? Why we have so many authorities? Почему бы нам не иметь одного авторитета? Почему у нас их так много? Потому что Кали-Юга люди несовершенны. Because people in Kali-Yuga are imperfect. If we have one stick, then you can easily break it. Мы если возьмем одну палочку, мы легко ее можем сломать. But when you have many sticks together, it's not so easy. Но уже много палочек вместе, уже не так просто их сломать. So Prabhupada had seen also when he was a member of the Gaudiya Math. Prabhupada это видел, поскольку он был членом Gaudiya Math. Can you read it? Перед своим уходом Бхактисиддханта Сарасвати Такур попросил учеников создать управляющий совет и совместно заниматься миссионерской деятельностью. Он никого не назначил на пост следующего Ачарьи. So, anyway, Prabhupada saw the history of the Gaudiya Math, that they had appointed, that his spiritual master, Bhaktisiddhanta Sarasvati, had told them to make a body. Итак, Прабхупада видел историю своего вот этого Гаудия Матха. Бхактисиддханта Сарасвати он назначил также орган управляющий, чтобы он заведовал, чтобы они создали этот орган. But instead, what happened was after he disappeared, they wanted to nominate one person to be the head. Но что случилось после его ухода его последователи решили одну личность какую-то установить, не выполнив его наставление. But they could not agree who that one person should be. И не могли прийти к заключению, кто же будет этой одной личностью.
One group said him. Одна группа говорила вот он. Another group said no him. А другая говорила вот он. And in this way, they fought, and they ended up going to court, and they were in the court battling for years and years. И вот так они стали ссориться вплоть до судов. Дело дошло, и годами это все у них продолжалось. And the result was all the preaching stopped. И в результате вся проповедь остановилась. So Prabhupada had seen all of this in his own life. Прабхупада лично это все видел. So he understood what he had to do in order to make our movement continue after he left. Поэтому он понял, что нужно сделать, чтобы его общество после его ухода продолжало действовать. So Prabhupada did not nominate any one person to be the next acharya. И так что Прабхупада не назначил какого-то одного следующего ачарью. Let many people be the initiate. Let many people become spiritual masters. Пускай множество людей станет инициирующими духовными учителями. And let them manage a body, a group of people. И пускай создадут орган, группу людей управляющих. And some people are involved in preaching, and others are doing managing. Кто-то будет больше вовлечен в проповедь, кто-то будет заниматься менеджментом. And what is important is that they cooperate together. Но что важно, это то, чтобы они вместе сотрудничали. The managers try to facilitate the preaching. Менеджеры должны помогать проповеди. And the preachers cooperate to help the managing. А проповедники должны сотрудничать и помогать менеджерам. And in this way, the society can progress nicely. Так общество может замечательным образом прогрессировать. There's some more there. That's the same. Ага. Но сразу после его ухода его главные секретари по собственной прихоти решили стать ачарьями, и это привело к расколу Мадха на две фракции, каждая из которых выдвигала своего ачарью. В результате оба враждующих лагеря стали асара, то есть бесполезными. Well, that's a different one, isn't it? Yeah, I think this is a different thing. Anyway, okay, so Prabhupada was explaining why we have to have a GBC body. Итак, что Прабхупада объяснил, почему же нам нужен вот этот GBC? But some people, they say, I don't like the GBC. I don't accept them. I don't accept ISKCON. I just like Prabhupada. Некоторые люди говорят, мне GBC не очень нравится. Я не хочу их слушать. Мне вообще даже ИСКОН не очень-то нравится. Мне только Прабхупада нравится очень. They claim they're following Prabhupada. Они говорят, что следуют Прабхупаде. Just like you have also, he comes, they have some of his followers here in Russia, isn't it? Siddhaswarupananda, Krishna Prabhupada. Здесь в России тоже есть вот последователи Сиддхасварупананды. So this conversation took place in relation to him. Вот этот диалог произошел в связи с ним. Prabhupada was in Hawaii. Прабхупада был на Гавайях. And there was Siddhaswarup, before he had joined ISKCON, he had been a yoga, he'd been doing yoga, and he had his own followers. И до того, как Сиддхасварупа присоединился к ИСКОН, он занимался йогой, и у него были свои последователи. But then he understood he was not an authorized spiritual master. He had not been properly initiated in a disciplic succession. He understood him himself. Но затем он понял сам, что он является авторитетным представителем какой-то традиции, у него нет посвящения. So he came to ISKCON. Поэтому он пришел в ИСКОН. And he sent all of his followers also to ISKCON. И всех своих последователей привел в ИСКОН. I remember when I joined in London in 1971, that time also two people came from Hawaii and they were sent by him to London to help us in London. Я помню, когда я был вот в Лондоне в 71 году, двое из его последователей прилетело в Лондон с Гавайев, он их туда прислал помогать нам. So, they all came to ISKCON, they got initiated there. But after some time, he found difficulty working within ISKCON. И так они все пришли в ИСКОН, все получили посвящение. Но через какое-то время он обнаружил, что ему трудно действовать в ИСКОН. So,
he would say, I like Prabhupada, I will do what Prabhupada says, but I can't accept GBC or ISKCON. И он говорил, что мне нравится Прабхупада, я буду делать то, что он говорил, но мне не нравится GBC и ISKCON. So, then one devotee said, if Prabhupada asks you to be in ISKCON and do what ISKCON said, will you do it? И один преданный задал ему вопрос, если Прабхупада тебя попросит быть в ISKCON и делать то, что просит ISKCON, будешь ли ты это делать? He said, no, I can't do that, but I will do what Prabhupada says. И он сказал, нет, этого я не буду делать, я буду делать только, что говорит Прабхупада. So they said, no, Prabhupada saying, be in ISKCON and do what the GBC said. Но преданный настаивал, нет, Прабхупада же сам говорит, оставайся в ISKCON и делай то, что говорит GBC. He said, no, no, cannot. И он сказал, нет, не буду. But I like Prabhupada, I'll do what Prabhupada says. Но я люблю Прабхупаду и буду делать то, что он говорит. So this is explained here, read it. И вот здесь объясняется этот момент самим Прабхупадой. Когда они говорят, что не любят ISKCON и GBC, на самом деле это значит, что они не любят следовать моим приказаниям. Это означает, они не любят моих приказаний. Это означает, что у них нет веры в мои приказания. Это значит, что у них нет веры в меня. Лучше тебе придерживаться правила слушать от уполномоченных представителей, духовного учителя или опытных духовных братьев, но никогда не слушай того, кто не с нашей преемственности, не в нашей преемственности. Does it mean hypocrisy? Yes. They're actually being hypocrites. They're practicing. This is actually not ended. No, it's not. This is different. This is about spiritual practices. Anyway, Prabhupada said this is hypocrisy. Так иначе Прабхупада сказал, это является лицемерием. He said, you say one thing and you do it differently. Ты говоришь одно, а делаешь другое. They don't want this. They say we want Prabhupada, but they want follow Prabhupada's instruction. Они говорят, мы хотим Прабхупаду, но наставлениям Прабхупады не следуют. So they just want some guru, but they don't want a guru telling them what to do. Они просто хотят какого-то гуру, но не любят делать то, что гуру говорит делать. So Prabhupada did not accept this kind of thing. Прабхупада такие вещи не принимает. And that's why he went out of ISKCON and he made his own society. Вот почему Сица Сарупа в конце концов вышел из ISKCON и свое собственное общество организовал. So Prabhupada said we have to work under the ISKCON, in the ISKCON body, which means accepting the authority of the GBC. Прабхупада сказал, мы должны действовать, работать в ISKCON, а действовать в ISKCON означает принимать авторитет GBC. And if you have a problem with one GBC man, then you can go to the GBC body. Если, например, у вас проблема с каким-то из одним из GBC, вы можете обратиться к целому, ну, ко всему комитету GBC. The GBC, well, every GBC member is under the authority of the GBC body. Ведь каждый член GBC подчиняется комитету GBC как таковому в целом. And the GBC body represents Prabhupada. И весь этот комитет, он представляет Прабхупаду. So Prabhupada did not like us to go other places to hear from other people. И Прабхупада, ему не нравилось, если мы идем в какие-то другие места и слушаем других людей. In the beginning of our society, all the devotees were very young. В начале нашего общества все преданные были очень молоды. They did not know very much. Они многого не знали. But still Prabhupada did not want us to go outside to learn from other people. И тем не менее Прабхупаде не нравилось, если люди шли преданные и слушали где-то на стороне кого-то. Sometimes the people are attracted, they think we will learn something new. Иногда люди думали, что где-то там, в других местах мы что-то новенькое узнаем. Especially if somebody comes from India. Особенно если кто-то с Индии приезжает. And then they advertise he's coming from Vrindavan or he's from Radhakund. И вот его представляют, о, он с Вриндавана приехал, с Радхакунды. He must know a lot, we should go and hear from him, he must be very pure. Он должен много очень знать, мы должны отправиться его послушать, и он должен быть очень чист. But Prabhupada warns us, don't
do it. Но Прабхупада предупредил нас не делать этого. He said you will learn something wrong and it will be very hard to create. Он говорил, что-то неправильное усвоите, и это будет очень сложно исправить. Я уже, пожалуйста, избегай их. Я уже отдал распоряжение всем моим ученикам, чтобы они избегали всех моих духовных братьев. Не должно быть никаких взаимоотношений, даже через письма. Не следует давать им мои книги или покупать их. Его следует принять как гостя. Если он придет в наш центр, дать ему просадам, выразить почтение как старшему вайшнаву. Но он не должен давать лекции и наставления. Если он хочет дать лекцию, вы можете сказать ему... So, another point is, Prabhupada said, even if they're his god brothers, if they come to our centers, we don't let them speak. Итак, вот Прабхупада говорит здесь, даже если это его собственный духовный брат Прабхупады, если он пришел в наш центр, ему нельзя позволять давать лекцию. We may think, oh, they're very senior, we should let them speak. Мы можем подумать, о, это же очень старший вайшнав, надо его дать ему возможность сказать. But Prabhupada said, no, we don't let them speak. Но Прабхупада говорит, нет, мы не позволяем ему говорить. And in the beginning, devotees thought, when they met Prabhupada's god brothers, they would thought, oh, we better give them Prabhupada's books, we'll donate our books to them, give them Prabhupada's books free. И преданные вначале думали, о, если они встречали духовных братьев Прабхупады, о, мы им дадим книги Прабхупады, даже подарим просто бесплатно. But Prabhupada said, no, he said, I don't want you to give them my books away, give my books free to them. If they want my books, they have to buy them. Прабхупада говорил, нет, я не хочу, чтобы вы им бесплатно давали мои книги. Если они хотят, пускай покупают. And if they come to our center, and maybe they want to speak, to address the devotee, you have to tell them no. И если они приходят в наш центр, так или иначе, и хотят сказать слово, мы должны сказать нет. You have to tell them another speaker is already arranged. Мы должны сказать, извините, вот у нас уже другой подготовился к At the same time, you can give them prasadam, you can honor them, give them a garland even. В то же время вы его можете с почтением к нему отнестись, дать ему гирлянду, угостить просадом. But they cannot speak. Но не позволять ему давать лекции. Then he said, no, they're also devotees of Lord Chaitanya, they're also Gaudiya Vaishnavas. Вы можете сказать, но это же тоже преданный Господь Читания, это также Гаудия Вайшнавы. But they are not allowed to speak in our ISKCON center. Но тем не менее им не позволяется говорить в наших центрах ИСКОНа. I had experienced myself, I said I look after Thailand, so one night in Bangkok, on Sunday evening, I went to our center, usually every Sunday, we have about 200 people come every Sunday night. У меня лично такой опыт был. Вот я, как уже говорил, за Таиландом присматриваю. Вот однажды в Бангкоке на вечером на воскресном пире на лекцию у нас обычно человек 200 приходит. Случилось следующее. So I went in one night and then I was surprised to see there was a Western sannyasi standing there. Я был удивлен. Я зашел и вижу там западный сannyasi стоит. And he had about 6 people with him. И около 6 человек с ним вместе. So I never seen him before. Я его никогда не видел раньше. Wasn't a member of ISKCON. Это не был член ИСККОН. Just came to our center. Он пришел в наш центр. On Sunday night. На вот воскресный вечер. So certainly, you know, some of the devotees may have thought, oh, a sannyasi is coming, we better let him speak. И, естественно, некоторые преданные подумали, пришел саньяси, нужно ему дать, сказать возможность. But we're not required. Но в этом нет необходимости. Because they never asked about coming, and even if they had asked, we would not invite them to come to speak. Поскольку его вообще-то никто не приглашал же, и даже если кто-то пригласил, все равно мы ему не должны позволять говорить. So, okay, you come, you're welcome, you can sit. Хорошо, ты пришел, заходи, добро пожаловать, садись. But you cannot speak. Но не можешь говорить. That is the rule.
Таково правило. So you know you're here, and it's this town, this city is somewhat remote. You don't know who's going to come here. You know, sometimes these things happen. То есть вы вот как бы тоже в этом городе вот в общем-то в удаленной части света, и вы не знаете, что может произойти, кто может к вам приехать. So Prabhupada gave us these instructions. Так Прабхупада дал нам эти наставления. We have to follow Prabhupada's instructions. И мы должны им следовать. Right? Если ученик считает себя умнее и перестав следовать указаниям духовного учителя, начинает действовать независимо, он тем самым останавливает свое духовное развитие. Каждый ученик должен считать себя полным. So anyway, the point is being made that if we neglect the order of the spiritual master and act independently, then that is very offensive. Момент здесь в том, что если мы перестаем слушать духовного учителя и действуем независимо, то это очень оскорбительно. We should not think we know better than the spiritual master. Мы никогда не должны думать, что мы знаем лучше, чем духовный учитель. Always remember, Lord Chaitanya said, my spiritual master said, I am a fool and I cannot understand Vedanta. Мы должны всегда помнить о том, как сказал Господь Читания. Мой духовный учитель, он сказал, считал меня глупцом и сказал, что я не могу понять Веданту. And so it's very important for us to be faithful to the orders of Srila Prabhupada. Итак, для нас очень важным является быть верным приказам Шрилы Прабхупады. Then we can save ourselves a lot of trouble. Так мы можем уберечь себя от множества. Okay, so we want to know you any questions. Хотел бы сейчас спросить, есть ли у вас вопросы? Yes. Дает свои комментарии, да? В смысле, не лекцию дает, а просто на обсуждение говорит, да? И что? Что делать? Ну да, это хорошо, или вот точно как бы нельзя. И, for example, some members of Gaudiamat come to Namahadas and don't give lectures, but when it's time for discussion, question and answer, he also gives his opinion. Is it okay? Well, this can be a problem. Это может быть проблемой. You're allowing outsiders to come, and they start to preach. То есть суть-то не меняется. Вы позволили кому-то постороннему прийти и фактически слушать его, пробовать. They're going to start saying their opinions. Они будут свое мнение высказывать. Something different from what. Это будет отличным от того, как мы понимаем вещи. So you're exposing all of your members to their ideas. Таким образом, вы подвергаете как бы всех членов этой группы своих воздействию их мнения. You have to be very careful about allowing people from different groups to come to your programs. Вы должны очень быть чепетильны в этом. Чтобы позволять членам других групп присоединяться к каким-то нашим программам. Somebody, the person who's leading the program, has to be very much on top of the discussion. He has to be fully in control of the discussion. То есть тот, кто ведет эту программу, должен контролировать это обсуждение очень сильно. Some other people are coming from some other society, and they're speaking. If you don't know, if you're not competent, they may take over and undermine your authority. То есть если вы здесь дадите слабину, и кто-то из других обществ начнет говорить, начнет доминировать, то это вы потеряете контроль над ситуацией. Стоит ли тогда
как может получиться, если лидер как этой намахаты или бхакти рикши, он получается неопытный, да, и вот такое допускается там. И как бы стоит ли вот этому лидеру, как вот этой намахаты, как-то сотрудничать со старшими преданными? Это неправильно сформулировал. Как вот, если вот такая ситуация, да, вот если просто лидер махаты, который приглашает преданных из других матхов, как ему вот исправить эту ошибку? Так можно вопрос сформулировать. Должны ли, ну по-другому, должны ли быть они, может быть, под руководством старших преданных или там под руководством вот менеджеров храма или как сформулировать? Вы меня поняли, надо что должен какой-то. В смысле, если они как бы себя не контролируют, что ли? Контролируют. Кого-то пригласили. Ну да, если они не то, что себя не контролируют, если они ну, просто не понимают некоторых вещей. Они не очень понимают. So, if some of our Namahatas leaders, they don't understand this point and can occasionally invite somebody outsider, should we be under the guidance of temples, authorities? It should always be under the guidance of the temples. Да, такие люди всегда должны быть под руководством авторитетов других. The Namahata preaching is going on under the direction of the temple authority. Поскольку проповедь Намахата должна как бы руководиться авторитетами храма, управляться. Следующий вопрос. А если они не принимают авторитет руководства храма? But if they don't accept authority of temple authorities? What? Что-то you have to accept the temple authority. Должны принимать авторитеты храма. This is Maya. This is a problem. You see, you're not accepting authority. Это же Maya. Это проблема. Ты не принимаешь авторитеты храма. You're not working within ISKCON. We have the body, the structure of ISKCON. You have to work cooperatively. Ты значит в ISKCON как бы не служишь. В ISKCON есть структура, и ты не подчиняешься. We have to accept the ISKCON authority, the structure which is there. Мы должны принять авторитет в ИСККОНе, вот эту структуру. Otherwise, you're just, you know, you're useless. You're not connected. В противном случае ты становишься бесполезным, не связанным с этой. You may say I'm reading the books. You may say, I'm reading the books. We have the books. We have Prabhupada's books. У меня есть книги Прабхупады, я их читаю. Everybody has Prabhupada's books. Everybody. Майявадис, Буддис, everywhere. Но сейчас книги Прабхупады уже повсюду, и у майявади, и у буддистов. It doesn't mean you're connected just because you're reading the books. Это не значит, что ты подсоединен уже, если бы ты просто их читаешь. We sell books to everyone. Мы же книги продаем всем и каждому. But how many people actually follow the message of the books? Но сколько людей на самом деле следует посланию этих книг? Prabhupada wanted us to be within ISKCON. Prabhupada established the society for us. Прабхупада хотел от нас, чтобы мы были в ИСККОНе. Он для нас целое общество организовал. Prabhupada himself said, "I am a member of ISKCON." Сам Прабхупада себе говорил, я член ИСККОН. Если я считаю, допустим, что руководство храма какие-то некомпетентные, If I think that temple authority not mature enough and not competent in some questions. Oh, only you are mature, competent. Ну тогда только ты такой уже компетентный, зрелый. The temple authorities are not mature, but I am mature. Я зрелый, а эти руководство храма не зрелые. Yeah, many people, often we find people like they think like that. Мы часто видим, что люди так думают. But this is a problem. Но это проблема. That we are thinking, I know better. Мы думаем, я знаю лучше. But we are saying, we showed tonight, temple authority is not one person. Но мы же показали уже, что
авторитет храма, авторитет вообще храма, это не одна личность. The temple authority works under the authority of the GBC body. Поскольку авторитеты храма работают под руководством GBC. So our duty is to work cooperatively within ISKCON. Итак, наша обязанность работать, сотрудничая в ИСККОНе. And that will please Prabhupada, that will please the people in the society will be happy. Это удовлетворит Прабхупаду, люди в обществе будут довольны. Now you have some disagreement or misunderstanding problem with the authority, you have to be a bit tolerant. Если у тебя какие-то разногласия с авторитетами, ты должен быть немного терпеливым. You have to be willing to communicate and talk to people. У тебя должно быть желание общаться, выяснить это все с этими людьми. But if you decide I'm going to work independently, I'm going to make my own group, I'm going to have my own temple. Если ты говоришь, я тогда я не согласен, я создам свою группу собственную и свой собственный храм. That is not the solution. Но тогда это не решение проблемы. You're just creating confusion for people. Просто вносишь смущение в умы людей. Вот. So, yeah, it takes maturity. Это требует And sometimes зрелости. That maturity is requires us to accept other people as authority. Эта зрелость приведет к тому, что некоторых людей мы принимаем как авторитеты. But if you're thinking I know better, I should be the I know better, he's not the authority, I have to be the authority. Но если мы думаем, нет, он не знает, я лучше, я здесь должен быть авторитетом. And then ultimately what happens, your own spiritual advancement suffers. И что же произойдет в таком случае? Ваш духовный прогресс будет страдать. You give up the association of devotees. Вы оставляете общение преданных. And you try to do some preaching on your own. Пытаетесь сами как-то проповедовать. But your own preaching doesn't go very well. You have troubles. Но ваша проповедь не очень-то как-то разворачивается, у вас трудности. So we have to understand the advantages of staying within ISKCON. Нужно понять преимущество пребывание в ИСККОН. What are the advantages of being in ISKCON? Каковы же они? Is there any advantage? Вообще есть хоть они хоть какие-то? Oh. Brand. What? Brand. Name. Name. Nice brand. Brand. Авторитет. Well, how many people come and visit you every year? Do you get? You just had Bhanu Swami here. Сколько вас посещает людей? Вот, например, Бхану Свами приезжает. Then earlier on, Prabhu Vishnu Maharaj also came. Yeah, вот недавно Прабху Вишну Махарадж приезжал. And then also later on, Bhakti Bhai Bhava Swami is coming. Потом должен приехать Бхакти Бхакти Бхава Свами. You do get a good number of visitors. Senior Vaishnavas coming. Итак. Неплохо. Бхакти Вайгьян Свами is coming. Бхакти Вайгьян Махарадж должен приехать. Чайтанья Чандрачаран Прабху come also. Чайтанья Чандрачаран. Okay, you go out of ISKCON. Are they going to come and visit you? Если вы уйдете из ИСККОНа, вот эти личности все к вам придут? No, I don't think so. Я так не думаю. So there's some advantage of being in ISKCON. Итак, есть определенное преимущество пребывания в ИСККОН. We have a lot of programs also, which are really meant for ISKCON devotees. И у нас множество программ, которые предназначены для преданных ИСККОНа. Within Russia and outside of Russia. И в России, и за пределами. They have many courses. Bhakti Shastri is going to go on this winter here. Вот много курсов у нас проходит. Вот здесь, например, зимой будет курс Бхакти Шастр. You go out of ISKCON? Do they have Bhakti Shastri?
если вы уйдете из Искон, где-нибудь Бхакти Шастри пройдете? Any Gaudiya Vaishnav temples got Bhakti Shastri? Где-нибудь в Гауди Вайшнавских храмах проходит Бхакти Шастри? You people haven't even done Bhakti Shastri. There are many centers that are already doing Bhakti Vaibhav. They've already finished Bhakti Shastri. And they told me in Melbourne, in Australia, there are 200 people on the Bhakti Vaibhav course. Yeah, they're already doing the Bhakti Vaibhav. They finished Bhakti Shastri. А здесь вот вы, ну, пытаетесь Бхакти Шастри пройти, а в некоторых местах в Исконе у нас уже даже прошли Бхакти Вайбхава курсы. Вот в Австралии, в частности, уже 200 человек проходят Бхакти Вайбхава курс. Because we're so busy fighting, do we want to stay in Iskon or do we want to start our own center? We have so much, we spend so much time quarreling, so we didn't get so far. Если вот вы будете продолжать так сражаться, там уходить из Искон, что-то свое, то есть вы так быстро не будете прогрессировать. But when we start to cooperate together, when we start working as a team, then we can do a lot. Но если вы начнете сотрудничать, если начнете действовать как команда, тогда вы можете достигнуть очень многого. But if we spend all the time quarreling and then going here and there to other groups and hearing from them, you get nowhere. Но если начнете ссориться, какие-то другие группы уходить, то вы фактически никуда не придете. Но в других матках там расу, да, расика. In other matmats, раса татва. You know, there were two devotees in Los Angeles. В Лос-Анджелесе было два преданных. So they claimed they were also doing Рагануга Бхакти. И они провозгласили, мы будем займемся серьезно Рагануга Бхакти. So Prabhupada understood these two boys that they were very antagonistic and not submissive at all to his preaching. Prabhupada понял их, они были очень антагонистичны и не подчинялись его проповеднической стратегии. So Prabhupada said to them, he said, oh, you're doing Рагануга Бхакти. И Прабхупада им сказал, о, вы на Рагануга Бхакти замахнулись. Do you know what this means? А знаете, что это значит? He said, this means you don't need guru. Это означает, что вам гуру не нужен. Krishna's in your heart, he's your guru. Кришна в вашем сердце, он ваш гуру. In this way, Prabhupada told them, get out of ISKCON, we don't want you. Другими словами, Прабхупада сказал, уходите из ИСКОН, мы вас не нуждаемся. Yeah, he told them, yeah, okay, you're Рагануга Бхактас, you don't need a guru, you don't need me. Рагануга Бхакта, тебе не нужен гуру, у тебя Кришна уже гуру. Krishna's your guru. Кришна твой гуру. Go ahead. Go. Давай, вперед. Because you're such a nonsense, we don't want to waste any time. Поскольку ты такой глупец, то мы с тобой никаких дел не хотим иметь. Basic things we cannot even do, but we want to do the highest thing. Мы же даже простых вещей не можем делать, а тут замахиваемся на такое. Four regulated principles in 16 rounds is so difficult for us. Для нас четыре регулирующих принципа и 16 кругов подчас проблемы бывают. But we want to be the highest. Рагануга Бхакта. Мы хотим стать величайшими Рагануга Бхактами. It's just a farce, nonsense. Это фарс, нонсенс. Prabhupada just told them, go. Глупость. Прабхупада им сказал, отправляйтесь. Don't pollute our temple. Не скверняйте наш храм. So somebody, if they're talking like that, rasa, huh? Go ahead, yeah, go. Поэтому если кто-то начнет о расе говорить, ну давай, вперед. All nonsense. Это все глупости. But sometimes our devotees are so dumb, we don't understand, we get taken in by it all. Но иногда наши преданные настолько как бы тупы, как бы они не понимают этого и пытаются в это все-таки влезть как-то. And sometimes I see also they translate these books into Russian, very elevated books, all translated into Russian. Я вот вижу, что в России много очень переводов этих очень сокровенных книг. Bhagavad Gita they have not even understood, but they want to read the highest. Они еще Bhagavad Gita-то не поняли, а хотят понять высочайшие вещи. They think they can understand Rasa Tattva.
они думают, что они могут понять Расататву. Just nonsense. Это нонсенс. Глупость. If you want to be cheated, you'll find a cheater. Если вы хотите быть обманутыми, вы найдете обманщиков. What about us? In this case, Prabhupada sent them out. But if our devotees will get some association on Radha Kund and so on and start to preach here with philosophy, what we should do? You should reject them. Нужно их отвергнуть. If they're starting to talk this nonsense, then you just avoid them, keep away from them, and ask them, please don't come to our center. But you don't need guru. You please go. Если они вот так же говорят, то мы также должны поступить, выгнать их из храма, как бы не позволять им это делать, сказать, что вам не нужен гуру, отправляйтесь. And you can't allow people to come to our centers and preach their own nonsense philosophies. Мы не должны позволять людям приходить в наши центры и проповедовать всякую глупость. We have to protect our devotees. Мы должны защищать своих преданных. If we don't protect them, these people will come and influence them. Если мы этого не будем делать, то эти люди придут и повлияют на них. When Prabhupada saw a devotee go to Radha Kund, he sent devotees there to Radha Kund, beg him to come back. Please tell him, don't stay there. Когда Прабхупада увидел, что некоторые преданные отправились на Радха Кунду, он послал других преданных и сказал, пожалуйста, умоляйте их вернуться, пожалуйста, пускай они там не остаются. But still some devotees are so ambitious, they're so eager to get something they think Prabhupada didn't give them. Но тем не менее некоторые преданные так амбициозны и так сильно хотят каких-то таких вещей и думают, что Прабхупада этого всего им не дал. Нет? Я хотела спросить, может быть, прежде чем отвергнуть такого человека, который, допустим, говорит там о каких-то более других моментах, может быть, лучше было бы обратиться к его духовному учителю, может быть, его духовный учитель, не знаю, что духовный учитель как-то содействует. Не мы это делать, как бы, да, не общество как-то отвергало, потому что мы слишком много отвергаем людей, и это болезненно. So for us it's very painful as a society to reject these people. Maybe first of all we should consult with his spiritual master. Yes, do something. Definitely. Да, безусловно. Yeah, we should. If they're initiated devotees, then certainly you have to work through their spiritual master. Если это инициированные преданные, мы должны безусловно действовать через его духовного учителя. I didn't think you were talking about initiated devotees, but if я не думал, что вы говорите о инициированных преданных, но если они инициированы, вот так нужно поступить. Then this is very said that the spiritual master should be involved, should definitely be consulted. Несомненно, должен быть тогда вовлечен в это его духовный учитель, с ним нужно проконсультироваться. But for some time you may have to take a temporary measure in order to protect the devotees, because first thing is to protect the devotees. Но иногда приходится какие-то вот временные меры, тем не менее, принимать, прежде всего, потому что мы должны защищать своих преданных. But if somebody is already established here, he already knows the devotees, so he can contact them anyway. Но кто-то уже как бы в среде преданных давно установлен, и он может с ними в любом случае контактировать. Usually these things don't last very long. Обычно такие вещи долго не продолжают, не длятся. But they do a lot of damage. Но при этом создают множество проблем. Innocent devotees suffer. Страдают в основном невинные такие преданные. Много гуру, которых мы можем слушать, как бы там, да? Но опять-таки,
этом, ты не должен это делать. Но что в таких ситуациях я должна поступать? Потому что все-таки я должна это обговаривать с этими преданными, там, да? Но потому что наставления духовного учителя, они играют на тоже преданными, потому что если я примерно девушку, то для меня это тоже важно. Practical questions. If I have already some instruction from my spiritual master what to do here, but temple authorities have, I say, different things. I should not do this. What should I do? Discuss with them or what? Because instruction of spiritual master is. Yeah, you have to communicate with your spiritual master. Вы должны законтачить со своим духовным учителем в этом случае. And at the same time, you have to ask even the management to communicate with your spiritual master. Или даже попросить своих менеджеров, чтобы они это сделали, посоветовались с вашим духовным учителем. We have to cooperate together. Your spiritual master certainly wants you to work within the institution. Поскольку мы должны сотрудничать, поскольку безусловно ваш духовный учитель хочет от вас сотрудничество с вот этим институтом. Your spiritual master understands you're part of this temple. You're working under the manager. Поскольку ваш духовный учитель понимает, что вы часть храма и вы трудитесь под руководством менеджеров местных. So if they have some reason why they don't want you to do something which your spiritual master asks you to do, it must have a good reason for it. Поэтому если местные авторитеты говорят нечто отличное от того, что вам сказал духовный учитель делать, значит, должна быть какая-то веская причина для этого. So it takes patience and tolerance on our part. И так требуется терпение от с нашей стороны. We have to always remember Lord Chaitanya's instruction. Мы всегда должны помнить наставление Господа Чайтаньи. More tolerant than the tree, devoid of all sense of false prestige. Более терпеливым нужно быть, чем дерево. Избегать любого чувства ложного престижа. We have to work together as a society to keep the society together. Нам нужно же действовать вместе, совместно, чтобы поддерживать единство нашего общества. So sometimes maybe you have to put aside the order of the spiritual master, and maybe later on you can take it up. И поэтому порой иногда можно отставить наставление своего духовного учителя, и, может быть, потом их будет возможность выполнять. Prabhupada was given the order of his spiritual master. He didn't immediately take it up. Например, Шрила Прабхупада сам получил наставление своего духовного учителя, но он не так, что сразу немедленно взялся его выполнять. Now, Prabhupada met it, he took initiation in 1933. He met his spiritual master 4 or 5 times, and his spiritual master disappeared in 1936. Так что Прабхупада в 1933 году получил посвящение, встречался он со своим духовным учителем 4-5 раз, а его духовный учитель ушел с этой планеты в 1936 году. Then Prabhupada went to America in 1966. И в Америку Прабхупада уже прибыл в 1966. So there were 30 years gap. Итак, смотрите, 30 лет разница. But he never forgot the instruction. Но при этом он никогда о его наставлениях не забывал. He just was not able to fulfill the order. Просто еще не было у него возможности их осуществить. But I certainly feel your spiritual master would definitely like you to work cooperatively within the temple. Но я вот лично убежден глубоко, что ваш духовный учитель хотел бы, чтобы вы работали, сотрудничая с менеджерами храма. What's important is the mood, that feeling of being part of a team. Что важно, это умонастроение, вот это чувство, что мы работаем все как единая команда. When you get a group of people working together, then they can do wonderful things. Потому что когда есть группа людей, работающих совместно, они могут творить чудеса. And Prabhupada didn't just spread Krishna consciousness all on his own. Сколько даже Шрила Прабхупада не распространил сознание Кришны сам в одиночку. Of course, he was the main force behind everything. Безусловно, он главная сила, стоящая за всем происходящим. But he had a lot of wonderful
empowered individuals also helping him. Но также у него было множество как бы им уполномоченных личностей, которые помогали ему. And Prabhupada could utilize them. He could give them things to do. И Прабхупада мог использовать их, он им давал определенные поручения. And that made our society, that helped our society to develop what it is today. И это помогло нашему обществу развиться вот до тех форм, которые сейчас есть. So it's not the work of just one person. We need to be a team. То есть это, несомненно, не работа только одной личности. Нам нужно быть командой. So we're going to speak more about this also, about the importance of being a team and being feeling united, feeling part of something. Мы поговорим об этом вот с завтрашнего дня, начиная о важности вот этого чувства. Чувствовать себя составляющей какой-то единой команды, чего-то общего. If somebody ever want to accept somebody as Shikshaguru, should he ask his Diksha Guru about this? Yes. Да. Why is it so? Well, first of all, you have to understand what is the qualification of the Shiksha Guru. Прежде всего, вы должны понять, в чем квалификация заключается Shiksha Guru. Is it any different from the Diksha Guru? Чем он отличается от Diksha Guru? Is there any difference in the qualification of the Shiksha Guru and the Diksha Guru? Не, мы говорим сейчас о разнице квалификации Шикши и Дикша Гуру. Есть ли она? No. Нет. Right. Правильно. What do you take first, Diksha or Shiksha? И как вы думаете, что идет первым, Дикша или Шикша? Yes, Шикша. Да, Шикша. How many Shiksha Gurus should you have? How many can you have? Сколько Shiksha Guru вы можете иметь? Huh? Миллион. Yeah, many. You can have many. More than one. Больше, чем одного. Right. So before you even took initiation, you may have already Shiksha Gurus. Итак, даже до того, как вы получили посвящение, у вас уже могли быть духу Shiksha. So at the time of taking initiation, usually the initiation is taken from the person who is giving more instruction, who is more prominent. И обычно дикша, посвящение получается у того, кто больше всего вам дает шикши, наставлений. And so at that time you can tell the spiritual master that I also take instruction. И в это время вы можете сказать ему, то у меня также есть еще вот преданные, у которых я получаю наставления. It's just a formality. Это как формальность. He's not going to say, oh no, I don't want you taking instruction from him. Конечно, он не скажет так, я не думаю, что, о нет, я не хочу, чтобы ты от него получал наставление. It's good that you take instruction. Это же хорошо, что ты получаешь наставление от кого-то еще. Devotees, we encourage devotees to take instruction. Мы же вдохновляем вообще друг друга, чтобы мы получали где-то еще наставление. But the instructions should also go along with the instruction from the Diksha Guru. И эти наставления должны идти рука об руку с наставлением Дикша Гуру. The job of the Shiksha Guru is to strengthen the faith in the Diksha Guru. Работа, задача Шикша Гуру заключается в том, чтобы увеличить вашу веру вашего Дикша Гуру. And both Shiksha and Diksha Guru, their job is to strengthen the faith in Prabhupada. А работа обоих, и Шикша, и Дикша Гуру, заключается в том, чтобы усилить вашу веру в Прабхупаду. Ultimately, we all want to have a very strong connection to Srila Prabhupada. В конечном итоге, все мы хотим иметь очень сильную связь с Шрилой Прабхупадой. Now you can't take instruction from somebody who is giving something different from Prabhupada. Мы не хотим получать наставление другими словами от того, кто говорит что-то другое, что говорит Шрила Прабхупада. You cannot take instruction outside of ISKCON. Вы не можете вообще получать наставление вне ISKCON. You have to be within ISKCON. Вы должны быть в ISKCON.
So then it's not a problem. То есть это не проблема. Now in Prabhupada's time, when Prabhupada was on the planet, it was noted, it was reported to Prabhupada that there were some very senior devotees who were already being respected like instructing spiritual masters. Outside ISKCON? No, in ISKCON. There were people like Hansa Duda and also, who was the other one? Anyway, they were being worshipped like spiritual masters, like Shiksha Gurus. Kirtananda, right. Kirtananda and Hansa, they were already, while Prabhupada was still on the planet, people were already respecting them like gurus. Вот во времена Прабхупады, пока он еще был на планете, уже были такие его ученики в ИСКОН, прям такие как Хамсадута с вами, Киртанананда с вами, которых уважали уже как гуру. But when Prabhupada heard about it, he stopped it. He said, no. He said, I am both the Shiksha and the Diksha Guru for my disciples. Но Прабхупада это остановил. Он сказал, нет, я как бы два в одном, и Дикша, и Шикша Гуру для моих учеников всех. That was Prabhupada. Это был Прабхупада. But now, after Prabhupada, it seems devotees are generally encouraged that they should also take Shiksha. And in fact, before we take initiation, the process is first take Shiksha from several people. Но сейчас, после Прабхупады, ситуация несколько иная. То есть, поощряется, что у человека может быть несколько Шикша Гуру. И даже до инициации у него так уже и происходило, то есть он от кого-то это уже слушает. And then you go on to take initiation. Затем вы получаете инициацию. And you can still continue to take instruction. Продолжайте получать наставления. And you may take instruction from more people also after initiation. И можете продолжать получать множество наставлений от многих людей и после посвящения. Is it clear? Понятно? Yeah? Question? Шикша Гуру, если принимается, обязательно должно быть официально, или же это может быть просто наставник, которому я доверяю, или вот есть разница в официальности? Шикша официальности, акцептно Шикша Гуру, чисто informal relationship with somebody. Up to present it's informal. You can make it, you may make it more formal if you, for your own self and your own mind. Сами как бы решаете, можете более формально это выстроить, можете неформально. Generally it's informal. Обычно это неформально. But if you want to make it more formal yourself, you can yes. Like respect your Shiksha Guru as you respect the Diksha Guru. Но если вы сами хотите, вы можете вот такую формальность добавить и уважать его так же и почитать, соответственно, так же, как своего Шикша и Дикша Гуру. We should offer equal respect to Shiksha and Diksha Guru. Мы должны ведь равное оказывать почтение Дикше и Шикше Гуру. Вот еще к этому. Если есть такое, что если официально ты принимаешь, то уже, например, наставления, которые приходят от Шикше Гуру, то есть они больше обязывают выполнять. Если просто как Шикша, как друг старший, который может просто посоветовать, ты можешь выполнить, можешь не выполнить. То есть нет обязательств. Как здесь обязательства выполнения. But if I take officially my Shiksha Guru, it means I should follow his instruction. But if the relationship more informal, I can accept or not accept. What to do? Yes. Either you're taking instruction or you're not. Независимо от того, принимаете вы наставление или нет. You're not going to take it. He's going to give an instruction. You're not going to follow it. То есть в чем смысл-то, если вы собираетесь получать какое-то наставление, которое вы не собираетесь следовать? You have to have a good reason for that. У вас должны быть для этого тогда причины сильные. Просто бывает ситуация тогда, например, у человека много Шикша Гуру, и вот он ходит, одного спросил, другого спросил, третьего, и выбирает то, что ему кажется. По пути на меньшее сопротивление идет. Как бы это не противоречит, поэтому он Шикшу брать там, где больше ему нравится. So, I can hear this, and
ultimately accept such a structure which more suitable for me. Yeah, you should know which ones are more suitable for you. Right? Да, так и должно быть. Вы должны посмотреть, какие больше вам подходят наставления. But as I said, the whole purpose of Shiksha and Diksha is to strengthen your faith in Prabhupada. Ну, как я уже сказал, задача и Шикши, и Дикши Гуру усилить вашу веру в Прабхупаду. You become more very faithful and loyal and attached to his society also. Чтобы вы были верным, последовательным и привязанным к его обществу также. Объясните, пожалуйста, вы говорили, что Прабхупада послал людей, чтобы отозвали. А почему? Сарадхакунда отозвали. Please explain why Prabhupada sent some devotees to call out our devotees from Radhakund. Why? Why? Because the Babajis in Radhakund didn't want the devotees associating with the Babajis of Radhakund. Это из-за влияния Бабаджи, живущих на Радхакунте. Мы не хотим, чтобы преданные общались с такими Бабаджи. Prabhupada said there were three very strong things against our movement in India. One was the municipality in Bombay. Прабхупада сказал, что против нашего движения в Индии есть три самых сильных препятствия, врага. Первое – это муниципалитет Бомбея. And the second thing was the God Brothers in Mayapur, Navadvip. Второе – это его духовные братья в Майяпуре и Навадвипе. And the third thing was the Radhakund Babaji. И третье – это Бабаджи с Радхакунды. That Prabhupada knew there was a lot of bad things going on there in Radhakund. Прабхупада же знал, что там много нехороших вещей происходит на Радхакунде. Even when his own spiritual master went there, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, many of them came to hear him lecture. But when he lectured on Ishopanishad, he lectured on something, some philosophical point, then the Babajis all left because they just wanted to hear Gopi Lila. Даже с его собственным духовным учителем Бхактистан Сарасвати это произошло, когда он пришел на Радхакунду давать лекции, пришли Бабаджи, но он стал говорить о философских вещах Упанишад, Ишопанишад, и эти Бабаджи встали и ушли, потому что они хотели слушать только Гопи Бхаву, Лилу. So the people in Radhakund, they often imitate Raghunath Das Goswami. But at the same time, they're engaging in sinful activities. То есть часто там люди, они хотят имитировать Рагунату Дас Госвами, но при этом заняты какой-то греховной деятельностью. There's many of them engaged in illicit sex and smoke drugs. Многие из них замечены в незаконном сексе и употреблении наркотиков. Prabhupada was very concerned to protect the devotees. Прабхупада был очень озабочен тем, чтобы защитить от них преданных. То есть мы не должны с ними общаться. So we should not associate with Babaji. Yes, you should not associate. Да, не должны. Yeah, we should. The Prophet said, you go and hear from them, and it will be very hard for you to get it in your mind that what you heard is not right, that you've learned something wrong. It's very different. Once you go and hear from these people and they teach you something different from us, then it's very hard to convince you that it's wrong, that it wasn't right. То есть Прабхупада говорит, что если вы пойдете и послушаете таких людей, и это будет отличаться от того, что вы уже слушали здесь, в Исконе, то потом будет очень сложно вас убедить в том, что то, что вы услышали, это неправильно. They don't teach the same things. Они не то же самое говорят, что здесь. Бывает, что оттуда приносят эту эпидемию здесь, и мы должны все-таки с ней резко бороться, да, с этой эпидемией решительно, или все-таки как-то, ну, пытаться спасти человека из этого.
So should we quite strongly dealing with such things, or we can try to save people from such influence? Yeah, we have to do both. We have to try to save people, and at the same time you have to deal strongly. Одновременно должно быть и то, и другое. Мы должны стараться человека спасти, и в то же время должны строго с этим обходиться. Can we judge by some results? If we say this is correct, this is all right. Should be some nice result. How we can judge? But if we follow just his own programs, and also should be some results. How we can judge by results? Спросил, но можно ли увидеть как-то по результатам? Вот если кто-то больше вот такой привержен философии, там оттуда или вот по исконовской больше линии. Кто идет, можно ли по результатам как, потому что и тот, и другой говорят же ну, о хороших вещах, и как можно судить по внешним проявлениям? Well, if we follow Prabhupada's instructions, if we do what the things Prabhupada gave us to do, we will see how we advance in Krishna consciousness. We can practically see how we become happier, how we become peaceful, how we actually make progress in our spiritual life. Мы становимся более счастливыми, умиротворенными, прогресс совершаем, если мы следуем наставлениям Шрилы Прабхупады в Искон. Мы можем это ну, сами чувствовать. But if you try to become a Бабаджи prematurely, you know you'll see a different result. Но если предварительно, как бы преждевременно попытаетесь стать как бы последователем Бабаджи, то вы получите другой результат. If we actually think we're doing Raghunuga Bhakti or Rasa Tattva in the level of Rasa Tattva, we'll start to see after some time there will be some real deviations and real problems. Но если будете следовать вот пути как бы Бабаджи, то это отклонение, это также какие-то, ну, это будет видно через какое-то время, эти отклонения. Isn't why we cannot combine this follow Babaji path in ISKCON? Devotee don't want to leave ISKCON, but at the same time, okay, in ISKCON he want to practice kind of... Must be a Babaji. Kind of... Если разве нельзя сочетать быть в Исконе и в то же время практиковать вот такие темы? То есть человек не хочет уходить из Искон, и в то же время его привлекает такая больше кава. Бхакти Сиддханта Сарасвати they put more emphasis on preaching and sankirtan. Бхактистан Сарасвати так не подчеркивал этот момент так, напротив, он больше делал упор на проповедь и на санкиртан. Бабаджи is where you're thinking only about your own advancement. You're not thinking about preaching or you're not giving Krishna consciousness to others. Бабаджи больше думают о озабочены своим собственным прогрессом, они не думают о проповеди и о том, чтобы давать сознание Кришны другим. Бабаджи is you just go and sit down somewhere away from everywhere, sit in a cave somewhere or sit in the forest somewhere. Бабаджи это те, кто уходит от всех подальше в какой-нибудь лес или в пещеру и там сидят. Горкишодас Бабаджи sat in an old, dilapidated public toilet. Допустим, Горкишодас Бабаджи он вообще отправлялся в ста dilapidated equipments. Toilet, public toilet, you know, dilapidated, broken down. То есть он вообще уходил в общественный туалет, и такие уже разрушены, то есть кошмарные места уходил. Yeah. You want to do that? Хотите так? How long will you sit there? Сколько вы там высидите? Bhaktisiddhanta Sarasvati saw that people take to this Babaji thing for just to get adoration and respect and to be
honored by others. И Бхактисиддханта Сарасвати заметил, что когда люди стремятся вот к таким подражанию Бабаджи, это они делают из-за того, что хотят получить почтение и уважение со стороны простых людей. Туми кишера вайшнава, притистана гаре, нирджанара гаре, тава хари нам кевала кайтав. There's a book written, a poem written by Bhaktisiddhanta Sarasvati, and he would say, what kind of Vaishnava am I? He's addressing the mind. И вот Бхактисиддханта Сарасвати по этому поводу целую поэму написал Тумикесера Вайшнава, он обращается к уму. О ум, какой же ты Вайшнав? Just simply for the sake of adoration and distinction, we want to sit in some isolated place and chant the holy name. Просто ради того, чтобы получить почтение и как бы выделиться среди людей, ты уходишь в уединенное место и повторяешь святое имя. We want people to think we are advanced Vaishnavas. Мы хотим, чтобы люди думали, мы продвинутые вайшнавы. The really advanced Vaishnava is the one who's going out there trying to distribute the book. По-настоящему продвинутый вайшнав — это тот, кто выходит и старается распространить книгу. The one who's getting insulted every day. Insulted. Тот, кто каждый день подвергается оскорблениям со стороны других. We don't want to do that. Мы же вот этого мы не хотим точно делать. Well, we want people to, oh, look at this great devotee, he's sitting there chanting the holy name. Мы хотим наоборот, чтобы люди думали, о, посмотрите на этого великого преданного, он сидит, воспевает святое имя. Our motive for doing the Babaji practice is not pure. То есть мотив наш для вот такой так называемой практики Бабаджи нечист. That's why Prabhupada did not introduce it. Вот почему Прабхупада эту систему в Искон не ввел. One time Prabhupada gave a boy Babaji. Однажды только Прабхупада одного юношу посвятил Бабаджи. There was one young brahmachari, and he had been told by a doctor that he has a disease, he has a serious heart problem, and he doesn't have long to live. Это был один юный брахмачари, которому врач сказал, что у него серьезная болезнь сердца, и ему недолго осталось. So he was preaching in the colleges, and he was telling people, I'm preparing for death, I'm chanting Hare Krishna, I don't have long to live. И он проповедовал в колледжах, и он говорил людям, я повторяю Хари Кришна, я готовлюсь к смерти, мне недолго до смерти осталось. And then they took him to Mayapur, and they said, Prabhupada, this boy is preaching, he hasn't got long to live, but goes out preaching every day. Can you give him sannyas? И они, другие преданные, привезли его в Майяпур к Прабхупаде и сказали, Прабхупада, он проповедует по колледжам, ему недолго жить, и вот что ему дать, саньясу. Prabhupada said, no, we don't give sannyas like that. Не, мы так саньясу не даем. He said, we can give him Babaji. Let him be a Babaji. Мы ему можем дать Бабаджи. Пускай будет Бабаджи. So he was told, Prabhupada told him, he said, you put on this white cloth, the Babaji cloth, you go and sit on the bank of the Ganges and chant every day. И он сказал ему, ты вот одевай белую одежду Бабаджи, иди на берег Ганги и повторяй целый день. And so for a couple of months, he was sitting there chanting Hare Krishna. И так вот произошло, он около пару месяцев сидел там, повторял Hare Krishna. And then he went to see a doctor again. Потом опять пошел с доктором встретиться. And the doctor said, nothing wrong with you, you're not going to die. И доктор сказал, да, вообще с собой все в порядке, ты вообще не умираешь. Immediately he left Mayapur, he went back to America and became a kami. И немедленно он покинул Майяпур, вернулся в Америку и стал обычным карми. So no more Babaji. Больше уже не Бабаджи. Prabhupada said, that's the first and only time and we want Babaji. И Прабхупада тогда сказал, это был первый и последний раз, когда я кому-то дал Бабаджи. Посвящение. Okay. So we'll stop. No? Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.